Подождем минутку, я надеюсь, он зайдет. Да, мага присты ШП во тьме. Валера, Нарексис тут? Давно ухнулся уже. Оверкаун есть. Да, Марка, да. Есть Миссал. Да, я тут. Заходи на Фурика. Ретри, оставь каст ауру. Бей правосудием света и фридом только хилам накидай. Шо? Войт и хатей, ход и на метки, омоложение жизни свет. Я думаю, метка там никак не умрет в таком случае. Это само собой. Ну, смотрите, фридомов на ДД не будет. То есть вы носите так всегда, чтобы лезвие вас не догнало и, короче, вынести нормально ГП получите. Хоть три хила будет. Да, Альфари, не надо. Там метки спокойные, без фридома вынос. Шкаф. А, ну инстамо. Давайте бафы. Каски нету. Косина можно в ПЦ во тьму. Белин, бафай всем каску. Можно ДЦ во тьму, тогда у нас плюс один БР останется в свету. Еще раз. Так Осина во тьму ДЦ пойдет, а вот останется в свету. Вот, тогда у нас БР останется. Ну просто БР. Да. Но... Не. Ну то есть мы магоприста спекаем ШП к Осину в ДЦ, а смысл? Да, хуже будет. Они хилят, я думаю, одинаково. Нет, Кокосина намного лучше хилит. Я вину Да, ДЦ мало пользовать мне. ДЦ сейвит будущий урон танка. Да, ничего он там не сейвит. Раз в 12 секунд. Ну там одну треть плюхи. Это ничто. Или сколько там ослабленная душа? 15 секунд? Да, 15. Или... Ну, тем более, это вообще... Это шляпа. Все готовы, заходим за линию. Начинай танк. Плюс АДЦ мало пользы при постоянном входящем уроне. Алдран метка. Перебежали. Там кокер метка. Суслятина.
перебежали. Алдеран. Танк, заходи. Рейд, заходим. Мага присметка. Крит на хп не задел твой танк. Плохо. Говорит, реметка. Заходите. Заходи. Даня. Кстати, что это во тьме? Войд. Ну, я не смогу. Ближе к морде Войд. Лайра метка 54%. Бьем пока босса. Хопка метка, выходим в свет. Далеко от портала не убегай. Святой рост. Питкин метка. Перебежали. Уже в рейд. Крауд метка. Бьем трэш. Во тьме рост. Альфа ремитка. Перебежали. Свет, стоп, свет, не бьем, босса ждем трэш. Крауд мид. Молодец, Лайра. Алдеран, подними Лайру. Грилин, дай каплю по пол-литре. Пибери бежали. Две лужи в рейд, две лужи в рейд. Им на ману пересты. Питкин метка. Перебежали. Перебежали. Он летает метка. Беги, малышка, беги! Давайте второй гимн. Не надо пока.
Бьем так, короче. Сушлятина. Перебежали. Свет стоп не бьем. Питкин метка. Блядь. Какой сына метка? Перебежали. Она какая-нибудь есть, что-нибудь вообще? У меня КД. Гимна ману хопка. Альфари метка. Давайте бьем трэш. Столб метка. И добиваем босса. Перебежали. Напуливаем трэш и добиваем босса. Стил метка, кокосина, гимн на хп. Пропал, забери Халюна, забери Халюна. Да, берса. Бабл, Олег, берса. Олег, бабл. Я что-то вообще провтыкал. Он там отхилился на 10% еще. Он уже третий раз хилится, вообще-то. Он на 10%. Давай, молодец, хили... два раза за бой сдох. Я вроде трэш далеко был, прожал по трэшу в череду и попал под хазимона, хз. Слушай, мне там ГП. Да, столько людей падало, кто там еще падал? Лайер, я падал. Смотрите, я сейчас буду напоминать, на третьей фазе, после того, как мы перебежим, с той стороны первую метку выносите ближе к морде, а вторую ближе к хвосту, чтобы нас не было, потому что у нас несколько траев подряд, в этом дохнут люди, потому что в одно место выносят. Я постараюсь напомнить это. А, Анкокер, ты во тьме в двух метках упал, да? В середине трая. Да, не вынесли. Там, короче, ну быстро стажила вторая метка вынеслась туда. А где твой панцирь? Да, что? Там какой-то панцирь надо было отдать или что. Может быть выжил бы, я не знаю. Но не должен выжить панцирь. Так, Анкокер умер. Две метки. Да, там две метки были. Там Альфари и Анкокер. Я сейчас тоже в двух метках был, но там как бы заход он был сильно, еще быстрое исцеление себя кастанул. Ну, на что нам тоже... Ну, святого на... Давайте бафа. Кулак, крест, лапу. Я сейчас постараюсь смотреть, говорить, куда не выносить. Лапу. Каску по фантам, пожалуйста. Пол литра. Все, я тут. За линию заходите. По хантам каску дайте.
начинает танк. Неометка. Перебежали. Да. Перебежали. Альфа-реметка. Так, заходи. Крит на хп по пол-литре и заходим во тьму. Беги, малышка, будет метка. Ралли, метка, заходите. Ралли. Следующий ближе к морде Машека. Фридом небо. Да и хил, что ли? Один рыцарь. Понял. Это хил, что ли? Он летает метко. Пятьдесят два процента. Бьем пока. Слятина на метка. Выходим. В святой рост. Питкин метка. Перебежали. Сейчас метку чуть ближе к морде выносите. Беги, малышка, беги! Во тьме рост дали. За гроном мелким сидит. Теперь ближе к хвосту. Еще. Да, все. Туда беги. Диспел. Перебежали. Бьем, не стопаем. Машека метка. Растут. Лайер метка.
перебежали. Лайрон. Джесс, что там делаешь? Это я. Падаем. Что ты? Я здесь полетал. Сколько еще так? Сколько еще? Что там было? Я здесь полетал в рейде. Сколько еще таких героев небеса? Сколько еще таких героев? Повышают вайб, считай, а не просто с единичной смертью. Уже час сидим. Полтора. Махалеон имеет. Махалеон сейчас. А, да, я просто так сначала учу. Танка, конечно, там заебываешься хилить. Ты на броню банки пьешь, танк? Рок-год. Да не, блин, тебе нормально. Дать у кого на броню банки есть, на третьей фазе просто прожимает, но там почти на всю фазу хватает, да? Сколько было больших големов? Один? Три, кажется. Третий был. Хрена себе. БДК больше надамажил, чем хант. Лок. ШП. БДК, блять, больше, чем хант, лок и ШП? Наверное, этим людям ГП надо дать. А их не было на второй фазе, но все равно. Ну ладно, ханты они напуливают. Да хуйня, это все миф, блядь. Не знаю, как так напуливать и 100 тысяч дать в големов, блядь. У нас проблемы нет вроде с големами, как-то странно. Ну, присты взрывом больше бейте. У одного 7. У одного 5, но это мало. А хотя, у нас... Не, нормально, нормально. Ретри орали, били им пол литра. Давайте да, быстрее, тоже. Блядь. Меня уже пацаны ждут на улице. Кристаллинг, да? Рали. Букмекерскую контору грабить идут. Сегодня походу без ВК. Почему стоим? Ждем ралли. Что, не работает? Я не знаю. Че, мутан, ты хочешь кем-то зайти? Пускай за кило заходит, я тогда пойду. Да, он уже что-то ливнул. Шамана не вдруг. Вот там Мисао как раз хули престом, если пойдет, будет вообще заебись. Завтра льда десятка будет. Блять.
Я на Сирусе в рейд хочу сходить. Уйдем, блять, придется идти на офф тогда днем. Это Васап, Олег, пойдешь? Слышишь, Васап, поменяй меня тоже. Сейчас прямо. Сейчас это точно. Ну, она и подиспелит как раз. Зайка, спасительница моя. Давай на холле представим, Сау. Я как бы уже, но я в ППГ. Тут остался ласт. Ну, хорошо, мы. Нам еще одного добрать надо. Я быстро курну 2 минуты, буквально. Даня, отойду на 2 минутки. Давайте все отойдем на 2 минутки, я пока поищу ДД. Ну, я сейчас ретрика с чата возьму. Это код доступай. 6.8 КГС. Давай. Не знаю его, посмотрим, в чем за тип. В молоке что-то знакомое. Ну часто или она собирает эти рейды. Может это тот же паладин, который я брал в прошлый раз. Так, Ретрия, напомни, что ты там делаешь. Аура СПД. Первая Freedom. И правосудием света, Джанар. Кулаки кидаю. А слышно? Да, да, слышно. Теперь на его вошнулся. Мне шлема будет сложно писать. Залы отражений. Чё там? Сильван. Ты там только скажи, когда закончишь. Блять, небо на себе. А и шкаф можно поставить сразу. Залы, сука, на сервисе. Я тут. В обычку пошли в залы, блять, вайпнулись. Там холипал меня флешка не хилил, пиздец. Шли на офф, войт. Да какой офф, блядь? Ну, я не знаю, у меня голова взорвется, блядь. Уже метки можно на пол ставить. А вырешил игрок. Ну там эти только пятерки еще выбиваем на сервере. Гребни штырёка очень. Микрофон поправь. Я читал в гайде, что типа холипал, когда одевается, типа маленький ГС, он может флешкой хилить. Да нет. Ложь. Ну, единственное, что да, он чередует в ГС. Флешку, ну, да, СПД, да, то есть. Больше, типа. А Т10 ГС. Что он не может постоянно на уступ спамить свет. Там талант какой-то на уменьшение каста света, да? Времени ты имеешь в виду, что? Mm-hmm. Ну да. Сам, может, ты ливнешь там уже? Сколько еще ждать? Все, сейчас. Прошли почти. Поставь шкаф, он летает. Это вот это благословение света, да? 0.5 снижает.
Чего пати? Это типа раз свет кастанешь, все остальные светы будут на 0.5 меньше, да? Или нет? Да. Иди стену. Ваня, давай, подходи. Все тут. Давайте бафы. Миса, вот и диспель, а то я забыл диспель. Да без проблем. Еле-еле получается так хилит. Там танк есть еще. Ты во тьме? Да, да. Танк тряпочный, то сейчас он подождет там. Ты всех танков пробивает. Ну так-то да. Ешьте рыбу. Все знают, да, что мы сейчас убьем. Пошла в крест по приставу. Вы в молоке сказали, какая джага. Да, да, я бы написал. Прочь. Я бы написал, сказал, окей. Ретри. Как будто танка надо все побыстрее. Готовы. Начинай. Да, дети. Вот. Перебежали. В молоке. Перебежали. Сколько еще таких героев? Поднимать тебя, хан. Поднимаем его. Вы найдете лишь страдания. Там заходи. Рейд заходим. Там у стены один мелкий, добить его. Все, заходим. Исау метка. Вася метка. Заходите. Левее, 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 левее. Ну зачем ты под морду несешь? Скажите, как зайти. Я говорил, заходите. Альфари метка. Мало какие метка. Остерегайтесь тени. 52%. Хопка метка. Выходим сразу.
перед посланником Смертокрыла. Святой рост. Слышать на метку. Перебежали. Столб метка во тьме рост. Машака метка. Там из тьмы будет. А, нет. Не-не, нормально, все нормально. Я видел, она чуть раньше была. Угу. Перебежали. Свет не бьем босса. Ждем трэш. Хопка метка. Вася, выбеги, алло. Вася, тебе ж фридом дала. Алдран, подними на его. Снова Кукувася на тебе. Еще Кукувася. Кукувася, блядь, беги, сука. Кукувася. Просто, блядь, нету слов. Сам встанешь. Беги под морду, заходи. Не-не-не, заходи здесь. Вставай. Все, пизда. Падаем. Он с меткой стоит дохуя что-то времени. Ну, я... Кукувася, релог. Какой релог? Или установи ДБМ. Беги, малышка, беги! Смотреть надо, но... Ну, то у тебя ДБМ есть? Просто два раза накинулась. Тебе же говорят, только там. Он с меткой хилит. Стоит, это пиздец. Я ж тебе говорю, возле мини-карты, кругленькая такая, сверху, в правом углу. Смотри туда. И посреди рейда же пишется. Посреди экрана. Ладно, пишется ему в аккаунт для девушки. Говорят, что он может заматься. Чем же он не по девушкам? Скорее всего. Не возбуждает, да? Как понять ноль на масс? Надо эротичнее говорить просто. Ну, я не знаю уже, как ему говорить. Постоянные слабки. Можешь еще поставить этот момент? БРов нет, если два человека хотя бы умрут, я думаю, можно сразу вайпаться. Ты говоришь? Я говорю, БРов ноль. Если умирает хотя бы два человека, можно смело вайпаться. Так что постарайтесь не умирать. Пока, наверное, не будет, уже поздно. А вот, поиграли-то себе. Короче, убейте. Ну да, сейчас убьем. Мне уже так становится скучно. Давай по Эрелю поговорю. Давай. Крест. Мне охота голос Бибо послушать, это пиздец. Ну вот, Джерем вышел. О, зовем тут сейчас быстро порядок наведешь, блядь. О, Джерин, тебя бомбило бы сейчас. Билин, ты готов? Сейчас я буду проговаривать абсолютно все. Папа, дайте. Находитесь в линию. Ваня, ты тут? Да, тут. Чек на пол. Так.
Так, СС на КД. Он летает. Отлично. Значит, убьем. Так, все, начинай. Гуд, начинай. Да, неплохое. Неплохое начало. Стали в квадрат, отойдите от фрейма. Кто здесь пылит свет, кстати? Кукувася, Кукувася, выноси быстрее. Побежал через хвост, побежали метеор. Смотрим лужу. Смотрим, где квадрат становится. Сегодня вам везет, лужа нормально упала. Сейчас будет лужа в рейд. Не-не-не, не будет больше. Так, отходим от фрейма, становимся в квадрат. Машека метка. Побежали метеор. Вары, подходите по литре и кричите на хп, когда будете заходить в тьму. Вы уже в рейде, отошли в квадрат. Нельвален. Не напоминай про частицу, то я могу забыть и захилить тебя. Давайте Халиона больше играем. Халиона играем. БДК, заходи, прожмись. Все зашли во тьму. Кружок бьем. Взрыв разума. Каплю дал тебе. Сакру дал. Мастерал. Полный набор. Дыра метка. Кружок быстрее добивайте. Кружок играйте, чтобы я ману от рейса. Кружок только играй. Скульте дотеры херовы. Висау метка. Скажите, когда зайти. Заходите. Выходим. Макс, заходи. Сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Смотрим, где лезвие. Выносим по центру метку. Все иновы залили сейчас Кукуваси. Лайра метка. Слятинка метка. Сколько процентов? 50. У меня сейчас святая клятва, 10 секунд, ты выживешь. 5, 4, 3. Бьем, пока ждем метку, потом выйдем. Фаза пошла. Хопка, метка, метка. Выходим. Норка или хопка. В свету рост. Тотемы на переход. Тотемы сейчас поставь и на переходке потом поставишь. Слышишь? Стоп, выноси назад метку. Сразу возвращайся. Спел его. Блядь, не спел. Медленно. Отошли от фрейма босса, встали в квадрат. Убежали метеор во тьме рост. РДД большого голема играем только. Смотрим, куда лужа льет, нормально. Играем большого голема. Даю сакру. Стоп, хил танка. Выношу метку. Так, нормально вниз. Хиль танка. Стали в квадрат. Не, на мне опять метка. Хиль танка. Стали в квадрат, сейчас метеор будет. Побежали метеор. Скажешь, когда каплю давать. Все, играем большого голема. Стоп, дамаг в свету по Халиону. Столб метка. Белин. На, ничего. Лови, лови мобов. Нет, лови мобов. Блять. Я забыл обновить частицу, дружище. Ну, я тоже забыл сказать. Смотрю, как он уменьшается. Упали, да?
Да ладно, давайте сейчас убьем. Только напоминайте мне про частицу. Ну короче, охуел уже. Ну, слишком много слакать, надо много говорить. Постарайся обновлять ее. ТП выйду, давай. Не часто бывает. Ставьте рыбу быстрее. Многоприз, ты тут? Что-то писал, что типа последний трай. Скорее всего, да, ну ладно, наверное, Т4 бежал. Хотя бы написать там, что я пошел, там все дела. Ну так он до этого писал. Не написал. Он до этого писал, что последний трай. Ну там Джейлин с Варом. О, Джейлин, заходишь Варом? Или миликом кому-то выкину. Врагов у тебя вроде нет, так что выбор не велик. Ну милик варвый, да. Ну чё, врагу во тьму добирать? Или АДК? Фурик. Ладно, пускай будет АДК. Ставьте шкаф. Давайте бафы по ДК. Кому кресты? Ретри, Аполитра, Неслава. Как? Выходим за меня. Все готовы. Полгод начинай. Молоки метка. Через хвост. Бежали метеор. Смотрим лужи. Нормально лужи. Бить холёно. Блин, выноси метку. Маги, можете трэш приморозить. Все, не надо морозить уже. Будете кружок бить. Нео, метка, выноси быстрее. Возвращайся быстрее. Отрыв, пожми там что-нибудь. Убежали метеор. Играем все в Хадеона. Смотрим лужу. Нормально лужа. Смотрим метку. Нету метки. Норка метка. Белин, можешь зайти там вместе со всеми во тьму, покидать лани, подамажить. 200к набьешь, будет уже хорошо. Играйте в кружок, взрыв разума обнови. Блин, продиспельсь сейчас. Ну да, надо.
Сау, ты тут? А я тут уже. Тут уже? Молодец. Вася, если Мисао поет гимн ману, ты ставь как-то. Выходите. В молоке метка. Белин, метка. Лезвие. После лезвия переходка. Так, пошла переходка. Кукувася умирает смертью храбрых. Столб, не выходи, хиль там, хиль там. Столб, не выходи, хиль там. Кукувася, вставай. Так. Даня поднимает его, как у Васю. Вставай, Рещи. Бафы по как у Васи, каску Белин. Тотема в центр поставишь. О, господи, у палитры 20% КП. Бежали метеор. Как у Васи зашел, сдох, походу. Ладно, хилим так. Смотрим лужи, РД большого голема играем. Я не пойму. Что? Вчера после того, как его подняли, он начал во тьму заходить. А что, как куку Вася, ты умер после того, как тебя взяли? Он умер под лезвиями. Первый раз под лезвием, второй раз. А он, наверное, не слышит ВРК, что происходит. Олег же сказал ему оставаться в свету, а столбу во тьме. Джерин, заходи на... Джерин, ты еще тут? Ладно, давай, куку Вася, не выводи меня, не... давай ты лучше просто каменный лоран сделаешь, потому что что-то случится плохое, если ты еще раз заслакаешь, честно. Сейчас зайдет Рестер Шаман и Джерион и Фурика. Так как? Вместо какого Фурика зайдет Джерион? Я понял, Моровин. Наше мучение кончится. Можно молоки спикнуть в холи пала и этот просто похилить тьму. Лол, а он умеет? Нет. Что здесь это? Сейчас увидишь. Ну чё, ты серьёзно? Всё, рыбы нет, кончилось. Могу дать рыбу на арп, если надо, кам. На МП5 дай бы. Кинь камни легендарные, блядь, которые можно вставить и вытащить из шмотки. Прикинь такую хуйню. Ну это пиздец. Охуеть, да? 60 РП, блядь. Не 20, 60, блядь. На мой смот глухи. Обычный, когда камень берешь на 20 РП, к нему прибавляешь камень там какой-то, который 2500, 2800 на ауке стоит. Получается плюс 30 КРП, блядь. Классно. Но он не вытаскивается. Ты до пол шестого на... О, пол пятого, то есть. Нормально всё. Ты во тьме хилишь.
Сейчас с хилом будет получше, и с дамагом тоже. Бафайте только вора. Как говорится по-английски. Ну да, конечно, как у Вася комбо сделался сегодня. Это вообще пиздец был. Там кадр просто, блядь. Смотри, встает и побежал к порталу, ебать. Да ты делать мобиль, ничего страшного не будет, надамажишь. Может, план покидаешь, или на тебя метка кинется, будет лишний дамаг хальмона. Пусть ты всем раздал лапу, дайте кулак по вару. Интеллект лапу. Дал крест. Ваня тут? Да, тут. В молоке или ретре бафните кулак по вару. Все, есть. Заходим за линию. Все готовы. Заходите за линию. Дзиппер. Что? Дал крест. Все, начинай работу. Нужно знать, что должно произойти. Наверное, обогнутое дыхание во тьме. Крауд метка. Это уже не смешно. Отойдите от фрейма, сейчас будет метеор. Убежали метеор. Смотрим лужи. Нормально лужи. Леоны, да. Так, с меня моб забрать. Один моб меня бьет. Фрейм отошли. Виткин, отойди от фрейма босса подальше. Сталик побрат. Какой сильный метка. Стали в квадрат, метеор, побежали. Молоки не делай так. Что он сделал? Ну он до метеора перебежал на другую сторону и до мощности. Интересно. Нео, метка. У ПР все откатились? У меня 4 метка. Понял. Четвертая пати бьем большого голема, рейд зашли. Зашли во тьму. Меня говорит, моб бьет, конечно, блять. Я на поле венчай. Нео метка, смотри. Добейте быстрее кружок, чтоб я отрегенил маны спокойно. Старфол метка. Да. Зайти. Да, зайти. А заходите. Ретри, метка, лезвие. Ретри. Господи, помоги. Аллах Акбар, блядь. Фаза. Стоп, че светло? Нихера вы быстро перевели. Джерри. Просто свет. Там будет говорить, тьма стоп дамаг, тьма стоп дамаг. Хиль танка. Красава метка. Мы нравится встали. Метеор. Бежали.
тьма рост. Смотрим лужи, нормальные лужи, РДД большого голема свет, мелкий трэш, уже кометка. Танка, Маше, Кухи, Кота, Эдтека, Остафу, Метка. Стопа, Халёна, добили Большого. Альфари, Метка, снова Диспел. Остафу, Метка, Метеор, сейчас будет Сталик подрать. Побежали. Стоп, Халён, Свет, Кокося на гимн на ману, ставьте темп прилива. Миннеры столбу залили. Лили на хиль. Свет, бейте, трэш, Халён, все бейте. Приоритет большой голем. Взрыв разума, не забывайте. Это метка. Джерион, метка. Блин, сейчас на переходке даешь Сакру. Побежали, Метеор, Сакру, давай. Смотрим лужи. Большого голема сыграли. Зашли от лужи. Крауд, метка. Захилю, давай, выноси. Господь, заберите трэш. Молодец, блин. Тьма, стоп, дамаг. Билин, кидай каплю на палитру. Тьма, стопаем, дамаг. Альфари, выноси метку. Нет, Лифия, пророк. Побежали, Метеор. Даю сатакру. Быстрее на Альфари кидай. Билина сейчас захиливай. Сусатинка, метка. Выноси метку. Норка, гимна, ману. Гимна, ману. Кокося на гимна отхил. Ух ты, какая классная лужа на хапале, да? Крауд, выноси метку. Гранд, Вихалиона, Ретрия, метка. Крауда захиливай по литру. Перебежали, Метеор. Там на лужу дисплейте тьма. Смотрим лужи, лужи смотрим. Поливайте, Халиона. Спасибо, Ваня. Вилин, метка, заморозь, не морозьте трэш, не морозьте трэш. Вилин, срезку прожми, ТД, Питкин, прожми что-нибудь. Камень юзай, Питкин, быстрей. Сука, да ну нахуй. Че, фрульте? Это пиздец, просто рука отпадает, блядь. Мне это кажется, ты на свой ХП смотришь, не, и тебе рука отпадает. Мне кажется, я даже драчу, когда меньше рука устает, блядь. Хилить, хилить, заебываешься, тыкать эту кнопку против наложения, блядь. Реально этот Эршам зарешал, наверное, в тьме? А почему у меня буйный рост на первом месте? Это нормально вообще? На ручи рульте. Буйный на первом. Моровинт, я тебе на ДК тоже накину, я понял. Для того, чтобы повесил обоим чаром КД. Просто на шамана тоже получишь ипо. Ретри, ты на хила рулишь? А вот спек. Молодец. Сэн Кокер с чешкой. Боты нужны кому? Такие. Молоки же тоже на уф спек. Он в РК написал, что на хила. РК почитай. Молодец, Молоки затащил нам РС. Ступай к нам. Не обязательно. На это заходите кто? Завтра это будет обычки собирать там. Ну я могу одну РС-ку норму собрать. Можно две даже. Ставь РТ на 15.00 на меня, короче, там разберемся.
Бля, чуть я забыл, что мне тоже наручи нужно было открыть. Пароль он тебе даст, наверное. Да, хрен. Ленухи, оставайся, полчипа. Возможно, я зайду в 19.00 и соберу целка. А может, кто-то потом еще целка обычку соберет. Если онлайн будет, я две райски соберу. Если слабо онлайн будет. Я могу зайти помочь, потом тебе собрать просто. Не знаю.